Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района со 2 по 8 сентября. В результате действия продолжительных сильных дождей установился высокий уровень воды в реке Амур, озере Болон, озере Оми, реке Алюр, реке Семнюр. Затоплены межмуниципальная автомобильная дорога Амурск-Оми протяженностью 20,9 километров. Глубина затопления более 2 метров. Участок длиной более 10 километров межмуниципальной автомобильной дороги Оми-Эльбан протяженностью 18 километров. Глубина затопления более 2 метров. Участок длиной 320 метров автомобильной дороги Болон-Джуен шириной 8 метров. Глубина затопления более 1 метра. В селе Ачан затоплены 18 домов, магазин. Потоплено 3 дома и 48 приусадебных земельных участков. В селе Болонь затоплено 111 домов, 158 приусадебных земельных участков, потоплено 28 домов. В селе Оми затоплено 11 домов, 18 приусадебных земельных участков, потоплено 2 дома и 12 приусадебных земельных участков. С 8 часов 30 минут 13 августа произошел сбой в работе пассажирского автотранспорта. Не выходят на линию автобусы по маршруту номер 108 Амурск-Оми, номер 114 Амурск-Дача Сот стационар. С 7 часов 50 минут из-за затопления автодороги Комсомольск-Хабаровск не выходит автобус по маршруту номер 300 Амурск-Хабаровск. В связи с затоплением отключена электроэнергия в домах населенных пунктов в селе Ачан 12 домов и магазин, в селе Оми 9 домов, в селе Джуен 11 домов, в поселке Болонь 61 дом. В 17 часов 2 сентября в городе Амурске во дворе дома номер 9 по проспекту Комсомольский обнаружено 12 люминесцентных ламп, две из которых были разбиты. Силами поисково-спасательного отряда лампы были собраны для дальнейшей их передачи в общество с ограниченной ответственностью РЦ демеркуризации. В поселениях района произошло пожаров и загораний 6, из них в городе Амурске 5, в поселке Эльбан 1. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.